Всем привет! Всем доброго первого летнего дня. Сегодня у нас очередной Полистон 01 на установку электропорогов АТС. Одну минуточку. Машинка у нас закрыта. Пороги мы уже установили. Вот. В данный автомобиль пороги просто необходимы, потому что автомобиль очень высокий и у него нет пневмоподвески, он всегда на одной высоте. Даже в максимальных комплектациях. Все, пороги мы на него сделали буквально недавно, потому что мы делали сканирование машины, были сложности с расположением кронштейнов, потому что снизу идет большая батарея и крепить практически не за что. Но мы нашли штатные места, куда закрепить. Все мы поставили, все это устанавливается теперь в штатное место. Не нужно никаких делать доработок, не нужно делать лишних отверстий, там, не знаю, каких-то пилений, сверлений. Все ставится по штату. Также подключается кано автомобиля и работают уже полноценно от дверей. Вот, наши пороги управляются с фирменного приложения АТС. Через него можете заблокировать, разблокировать пороги и включить доступ к крыше и функцию мойки. Вот, сегодня у нас насыщенный день. Как всегда я говорю, у нас дни не обходятся без BMW. Вот у нас стоит BMW X5 на мойке. Вот. Также, если вы обратите внимание, соответственно, в цех у нас все автомобили не помещаются. У нас стоит еще на установку Range Rover и BMW X7, тоже на установку электропорогов АТС. Работаем!